Помогали, помогают и будут помогать. Так можно выразиться о всех неравнодушных, кто в непростое время пандемии оказал реальную поддержку медикам Мордовии. Бизнесмены и предприниматели, фермеры, члены политических партий и различных общественных организаций. Всех объединяет одно – желание хоть как-то облегчить работу медицинских работников, которые спасают жизни людей в красной зоне. Рузаевская центральная районная больница, в которой с самых первых дней пандемии развернут ковидный госпиталь, тоже не раз получала помощь. Медиков угощали живыми самами и другими натуральными, экологически чистыми продуктами. Хороший пример – помощь депутата Государственного собрания Мордовии от партии «Единая Россия» Николая Амбаева. Он регулярно привозит в больницу мясо птицы. В таких условиях это очень значимо и ценно для докторов, потому что понятно, что работа в ковидном госпитале, она сложная, она трудная. Доктора настроены оптимистично все-таки, что мы переживем этот этап сложный для всех, для нас. Сейчас в госпитале продолжается напряженная работа, инфекция не отступает. Важно не забывать о мерах профилактики, а также о том, что медикам по-прежнему очень нужно наше внимание. Любая посильная поддержка. Юлия Мамаева, Народные новости.